есть возможность прямо сейчас обратиться к командующему Черноморским флотом. Пожалуйста. Да, я старший мичман в отставке Лашко Олег Михайлович. Хочу обратиться к командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Осипову Игорю Владимировичу. Прошу вас помочь мне в решении данного вопроса. Потому что когда мы служили, все было нормально, мы были защищены государством, все наши проблемы решались государством и Министерством обороны. По выходу на пенсию, теперь проблемы все решаю я сам. Но сами понимаете, что с такой бюрократической машиной справиться невозможно. Прошу вас помочь мне решить вопрос с жильем, которое мне по закону положено. Спасибо.